Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. И расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. 11 и 12 июня на второй очереди набережной пройдет межрегиональный фестиваль набережных «Волга-фест». Работа большинства фестивальных площадок начнется в 11 утра и продлится до самого вечера. На фестивале будут установлены две сцены непосредственно на набережной и на пляже, на песке. В этом году впервые пройдет конкурс соревнования самодельных плавательных средств. Команды-участники преодолеют полосу препятствий по Волге на необычных и даже странных по своей форме лодках и плотах. Волжский заплыв начнется в 3 часа дня в воскресенье. Как и в прошлом году, на пляже и набережной появится целый ряд арт-объектов и инсталляций. В течение всего Волга-феста будет работать шоу воздушных змеев из Санкт-Петербурга. Гостей фестиваля развлекают уличные артисты со всего мира. Образовательные и выставочные площадки на «Волга-фест» представят галереи, музеи и арт-центры города. Вновь развернут свои шатры механические деревянные шестеренки. В мастерских можно будет сделать предметы интерьера и унести их домой. Обязательно откроется маркет еды «Волга-пикник» и рынок сувениров «Волга-маркет», а также спортивная площадка. За образовательную программу фестиваля в ответе лекторий «Человек наук». Спикеры выступят с лекциями об архитектуре и урбанистике. Также будет работать «Волга-букфест» – большая площадка литературного музея. Там соберут редкие и интересные книги со всей страны. Запланированы литературные мастер-классы, читки и спектакли. Здесь же выступят писатели Василий Уриевский и Людмила Петрушевская. Музыкальная площадка будет состоять из главной и пляжной сцены. Внушительный список артистов состоит в основном из самарских коллективов. Например, Deep Black Blues Orchestra и «Волны». Праздничный понедельник фестиваль продолжит свою работу также с 11 утра. С 12 часов на главной сцене около памятника Григорию Засекину начнется праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов Самары, Саратова и Москвы. Весь день будут работать также маркет еды «Волга-пикник» и ярмарка мастеров «Волга-маркет», а также творческая дача, детские проекты и образовательные площадки. В небо над Самарой поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц и других обитателей воды. В 14:00 на Самарской набережной начнется перформанс-шествие «Полет жизни» – красочное шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица. Маршрут шествия пройдет по всем арт-объектам фестиваля «Волга-фест». В 18:30 по улице Полевой пройдет шествие представителей народов, проживающих в Самарской области, парад «Дружбы народов России», который завершится большим многонациональным хороводом у памятника Григорию Засекину. В 7 вечера на главной сцене начнется грандиозная музыкально-поэтическая программа «День России. Великие русские открытия». Выступление творческих коллективов и музыкантов. В 21:00 подарком для всех станет выступление на главной сцене фестиваля российской группы «Ума Турман». Ну а завершится День России уникальным праздничным фейерверком, который в этом году будет запускаться с Волги. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!